Ребята, всем привет! Вы на канале «Я Дима». И сегодня мы продолжаем открывать скрепышей. У нас осталось два цвета. Розовые, вот посмотрите, как я их в ряд выложил. Мы их сегодня будем открывать. И желтые. Я их буду открывать потом. И, кстати, посмотрите, как много повторок у Джокера. А вы смотрели ролики с Джокером? Если нет, обязательно посмотрите. Всем привет, меня зовут Джокер. И сегодня у меня для вас есть что-то интересное. И это... скрепыш! Посмотрите на этого зомбика, он просто красавчик. Ребята, напишите в комментариях, какой скрепыш ваш любимчик. Сейчас я тебя достану трехзубой. О, да тут что-то красное. Как думаете, это юбилейный? Сейчас посмотрим. А, нет, это всего лишь сердитыш. Да, сегодня не повезло, но в следующий раз точно повезет. Завтра я открою еще парочку скрепышей. Так что не пропустите новое видео. Пока-пока. Джокер для вас очень старается. Поэтому поставьте ему лайки. Он их очень любит. Ну что, ребята, начнем открывать? Ну, поехали. Распаковываем. Интересно, кто же там будет? Это цветыш. Он нам очень давно не попадался. Положу их сюда. Рядом с нашими повторками. Открываем следующий пакет. Не открывается что-то. Открывайся. Ох, пакетик открывается. Так. Ух ты, баблыш. Он нам очень редко попадался. Он попадался только у Джокера. Зелененький какой-то. Надеюсь, это будет хотя бы обломыш, а не баблыш. Нет, баблыш. Хочу, чтобы попался семейный. Может быть, он будет в этих пакетиках или в желтых. Ох, как сильно запечатали. Сложно открыть. Ух, кто-то коричневый, это какашеч. Я уже знаю, он один в скрепышах коричневый. Да, это какашеч. Положим его в ряд. Ищем юбилейный скрепыш дальше. Может быть, он будет тут? Нет, там что-то голубое. Это не мимиш или хохотыш? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Это хохотыш. Если вы угадали, напишите в комментариях. Я угадал, это хохотыш. Следующий пакетик на очереди. Там кто-то желтый. Там трубочка. Это веселыш. Веселыш первый раз сегодня попался. Открываем следующий пакет. Так, у нас мало повторок. Ой, только сказал, что мало повторок. Вот и повторка, опять цветыш. Ну, хотя бы всего лишь по два у нас повторок. Кто-то зелененький. Это что, повторка баблыша? Ну-ка. Да, это повторка баблыша. Положим их в ряд. Следующий пакет на очереди. Раскрываем его. И это хохотыш. Так, хохотыш сюда, а баблыш сюда. Ребята, как вы думаете, повезет мне сегодня найти юбилейного скрепыша? Открываем. Там кто-то фиолетовый. И это у нас грустныш. Идем дальше искать юбилейного скрепыша. И здесь у нас повторка цветыша. Положим его под цветышами другими. Открываем следующий пакет. Так. И здесь у нас веселыш, вторая повторка. Сегодня опять у нас очень много повторок. Надеюсь, в этом пакетике не будет повторка. Открываем. Так.
И здесь у нас хохотыш. Повторка. Сказал, вообще не везет. Сказал, что не будет повторки. И повторка. Ну вообще. Как-то несправедливо. Так, кто-то фиолетовый. Это грустныш. Да, я угадал. Положим его сюда. Ищем дальше. Надеюсь, здесь у нас будет не повторка. Нет, повторка. Опять цветыш. Что-то невезучие пакетики. Поехали дальше. Так, кто-то желтый. Это крутысь, фиш-силыш. Или это влюбленыш? И это крутыш. Пакетов все меньше и меньше. Так, влюбленыш. У нас в этих пакетиках ни одного влюбленыша еще не было. Давайте этот откроем. Так, кто же там? Там кто-то красный. Там кто-то красный. Я не вижу. Как вы думаете, это юбилейный? Нет, это сердитыш. Давайте теперь этот возьмем. Открываем. Там кто-то голубой. И это у нас мимимиш. У нас здесь ни одного не было, только хохотыши. Начинает вести. Так, теперь получилось. И здесь вторая повторка влюбленыша. Так, сюда положим. У нас там кто-то голубой. Это повторка хохотыша или мимимиша? Хохотыша. Уже четвертая повторка попалась. Приступим к следующему пакетику. Что же у нас интересно тут будет? Я пока никого не вижу. Так. Давай скрепыш вылезай. Опять кто-то голубой. Уже пятая повторка хохотыша. Вообще. У нас осталось 4 пакетика. Тут у нас... Кто же там? Пятая повторка цветыша. Осталось 3. Открывайте из пакетики. И там самые почему-то последние пакетики. Они очень сложно открываются. Скрепыши, скрепыши в удобных пакетиках сидят, наверное. Опять кто-то голубой. И это у нас уже 6-я повторка хохотыша. У нас очень много хохотышей. Он у нас очень популярный сейчас. Но его много. Так. И здесь кто-то желтенький. И это у нас веселыш. Положим его к другим веселышам. И у нас остался последний пакетик. Ну, хоть здесь будет что-то новенькое. Так. Открываем. И здесь у нас... Интересно, кто же там? Достаю. И здесь кто-то голубой. И это... Хохотыш! 7-я повторка! Ну что ж, как всегда у нас очень много повторок, нам очень везет, как говорится. Ну вот, посмотрите, как всегда у нас очень много повторок и ни одного семейного скрепыша. А я так хотел, чтобы попался семейный. Ну вот у нас остались только желтые пакетики, вся надежда теперь только на них. Ну а вы, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, до новых встреч!